Глава государства поблагодарил Мухаммеда Юниса Аль-Манфи за участие в саммите контактной группы движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Президент Аль-Хамалеев отметил высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Ливией, наличие широких возможностей для развития двусторонних отношений. Подчеркнул, что развитие связи с арабскими государствами является одним из приоритетов во внешней политике Азербайджана. Глава государства с удовлетворением вспомнил свое участие в состоявшемся в прошлом году в Алжире саммите Лиги арабских государств. Отметил, что это мероприятие внесло важный вклад в расширение отношений Азербайджана с арабскими государствами. Мухаммед Юнис Аль-Манфи сказал, что проходящий в Баку саммит движение неприсоединения организован на высоком уровне и имеет большое значение. Выразил признательность за приглашение на это мероприятие и оказанное гостеприимство. Отметил, что «наша страна в период председательства приложила серьезные усилия для развития движений и внесла вклад в это дело». Председатель президентского совета государства Ливия с удовлетворением подчеркнул, что внимательно слушал выступление главы государства на состоявшемся в Алжире саммите Лиги арабских государств. Выразив заинтересованность своей страны в связях с Азербайджаном, Мухаммед Юнис Аль-Манфи сказал, что позиции Азербайджана и Ливии по многим вопросам международной повестки дня совпадают. На встрече была отмечена важность продолжения совместных усилий для развития двусторонних отношений в различных сферах. В этом контексте подчеркнуто значение сотрудничества в области взаимодействия Инвестиций, строительства, энергетики. Затронуто также значение активизации деятельности межправительственной комиссии и вопроса сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе в формате ОПЕК.